Эдди Хирн, промоутер олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, в преддверии дебюта казахстанского боксера на профессиональном ринге отметил талант своего подопечного и сравнил его с именитым соотечественником Геннадием Головкиным. «Позвольте сказать, ребята, вы не осознаете, насколько талантлив этот молодой человек. Это просто невероятно. Он не следующий Геннадий Головкин. Он – Данияр Елеусинов. Этот парень – золотой мальчик Казахстана. На данном этапе, по сравнению с Головкиным, он на совершенно другом уровне в плане популярности. В Казахстане он – парень с плакатов. Он невероятный талант, и он станет чемпионом мира в полусреднем весе. Как я нашел этого парня, я смотрел его бои по телевизору и начал расспрашивать про него. Этот парень просто невероятен. Я сразу полетел в Казахстан, и мы заключили сделку. Он будет боксировать в США, Великобритания, Монако. Будет выступать по всему миру. Он завоюет сердца не только европейских фанатов, но и любителей бокса всего мира благодаря своим способностям.